Волевой успех на характере. Футболисты команды Таирова, представляющие Видеопольский район, сумели переломить ход неудачно складывающегося финального поединка против Славии из Дмитровки, Татарбунарского района. После первого тайма таировцы уступали 0-1. Но во втором тайме провели 3 гола в ворота соперника и выиграли Кубок Аматорской футбольной лиги, оформив золотой дубль. На пути к финалу победители прошли принципиальные команды Троицкая, Форстал и Реал Фарму. Одесская аматорская футбольная лига очень хорошо организована. Я хотел выразить благодарность организаторам. Это в лице Маландея Андрея и его команды, и чемпионат сам, и кубок аматорской футбольной лиги Одесской. Очень хорошо организован. Как говорится, в футболе выигрывает тот, кто везет тому, кто сильнее. Сегодняшний день были моменты у той команды, у нашей команды. Я всегда говорил ребятам, что момент у нас было предостаточно моментов. Нужно эти моменты с такой командой реализовывать. Но не сложилось. У нас молодая команда. Команда «Славия». Мы стали чемпионами в этом году области. Молодые ребята, будем работать. По словам организаторов турнира, в этом году розыгрыш Кубка собрал 22 коллектива из разных уголков области. В этом году начало участвовать 22 команды, представляли разные районы области: Болградский, Татарбунарский, Арцизский, Беляевский, Видеопольский. Дошли до финала Видеопольский район, Татарбунарский. Вот. Как всегда, финал оказался зрелищным, то есть было приятно и смотреть, и наблюдать за предстоящей игрой. В финале Кубка второй лиги сошлись Тальканад и Теплодар. В основное время команды надежно оборонялись и не пропустили ни одного гола. Судьба трофея решила серии пенальти. Сильнее оказался Тальканад, также оформив золотой дубль второй лиги. Лотерея мы выиграли, нам повезло сегодня чуть-чуть больше. По моментам, я думаю, что игра равная была. Соперник, еще раз повторюсь, очень организованный. Мы старались, ребята отдавались полностью на все 100. В чемпионате мы выиграли чемпионат. Вот, я так понимаю, что наши сегодняшние соперники тоже в призовых местах. Поэтому достойный финал. Спасибо организации за такую лигу. Очень приятно играть. Все-таки и поля, и судейство. Все сегодня понравилось. Хотел сказать спасибо, ну, как Андрею Маландею за то, что он нас как пригласил в эту лигу поиграть. Нам было как очень-очень тяжело, потому что мы играем абсолютно сами. Мы сами скидываемся на все. Понимаете, у нас нет поддержки от города, нет поддержки никакой. Это так, это я хотел бы, чтобы все услышали, может быть, хоть кто-нибудь нас, как сказать, нас услышит. Потому что нам очень тяжело, мы как с горем пополам эту лигу закончили, стали как третьими в чемпионате, были вот в финале. Спасибо всем. Тем временем в самое ближайшее время стартует зимнее первенство Аматорской футбольной лиги Одесской области.